Ленина. Колыбель великой пролетарской революции. Второй промышленный культурный центр страны Советов с населением 3,5 миллиона человек. 32 километра. Расстояние одного орудийного выстрела отделяли Ленинград от границы. Страна озер и лесов. Правящие круги Финляндии превратили эту страну и прежде всего Карельский перешеек в готовый военный плацдарм для третьих держав, для нападения на Советский Союз, для нападения на Ленинград. Восемь линий укреплений были возведены возле самой нашей границы. Они составляли предполье перед основной линией, линии Маннергейма. Линия Маннергейма, состоявшая из железобетонных и гранитно-земляных укреплений, перерезала весь Карельский перешеек от Ладожского озера до Выборгского залива. За нею на Выборгском направлении находилась вторая система железобетонных укреплений, опоясавшая Выборг могучим полукольцом. Весь этот железобетонный, стальной, гранитный кулак был занесен над Ленинградом, был готов обрушиться на Ленинград в любой момент по приказу тех держав, которым было послушно правительство Финляндии. В ноябре 1939 года финская военщина приступила к активным действиям, начав с дерзких и возмутительных провокаций на нашей границе.
частями Красной Армии выступили на защиту Родины боевые корабли Краснознаменного Балтийского флота.
Противник срывал мосты, разрушал и минировал дороги, уничтожал средства связи. Враг прилагал все усилия, чтобы задержать движение наших частей. Но наши саперы, героические и неутомимые, восстанавливали все разрушенное противником и обеспечивали неуклонное продвижение наших частей вперед. Непрочный лед не мог помешать продвижению наших обозов. Для продвижения наших частей через болото приходилось строить специальные деревянные дороги. Саперы быстро научились обнаруживать и обезвреживать минные поля. Вот они, вражеские мины, на которые финское командование возлагало большие надежды. Командир саперной части Андрей Васильевич Гуц, награжденный за доблесть и мужество орденом боевого красного знамени, получил задание уничтожить противотанковые препятствия. Для подрыва этих препятствий используются финские мины. Угоняли население, сжигали дома, убивали скот. Thank you.
продвигаясь вперед, Красная Армия восстанавливала на своем пути телеграфные и телефонные линии, строила новые железные дороги на месте взорванных и разбитых. Фронт должен быть полностью обеспечен всем необходимым. Каждый день на передовые позиции приходили свежие газеты. Бойцы и командиры внимательно следили за жизнью в родной стране. Фронт ни в чем не терпел недостатка. Механизированные походные хлебозаводы двигались с армией. Бойцы на передовых позициях всегда были обеспечены свежим хлебом. В суровых условиях фронта бойцы и командиры были окружены заботой и любовью трудящихся нашей страны. Ежедневно на передовые линии прибывали подарки и письма. Орденоносец товарищ Казаков, участник гражданской войны, делится своим боевым опытом с молодыми бойцами. Комиссары были первыми товарищами бойцов и в бою, и в дружеской беседе. Бюро комсомольской организации Энской части рекомендует в партию мужественного бойца товарища Бондаренко. Артиллерист-наводчик товарищ Варави пишет перед боем заявление о приеме в партию. Лучшие люди армии, верные сыны нашей Родины, шли в бой коммунистами. Thank you.
Комбриг Петр Евгеньевич Вещев непосредственно руководил боевыми операциями. За доблесть и отвагу в борьбе с белофилами комбригу Вещеву присвоено звание Героя Советского Союза. Аэронавты ведут наблюдение за действиями артиллерийского огня. Связисты передают их сообщения нашим батареям. Проходила так называемая линия Маннергейма, по своей военной мощи не уступающая линии Мажино и линии Зигфрида. Вот схема одного из многочисленных узлов сопротивления, из которых состояла линия Маннергейма. Черные кружки – это железобетонные укрепления, основа узла сопротивления. Это траншеи и ходы сообщения, соединявшие укрепленные пункты между собой. Это линии противотанковых препятствий, гранитные надолбы. Это проволочные заграждения разных систем, часть из них под током высокого напряжения. Белые точки – минные поля. Это противотанковые рвы. Каждый подступ к узлу сопротивления простреливался пулеметным огнем сразу из нескольких укреплений. Пространство перед укреплениями пронизывалось пулями 5-6 слоев. Артиллерия противника была расположена так, что каждый метр пространства перед укреплениями обстреливался с 4 различных пунктов. Таким образом, до тех пор, пока укрепления сохраняли способность стрелять, создавая перед собой сплошное поле огня, никакие атаки на них были невозможны. Линия Маннергейма считалась неприступной всеми военными авторитетами мира.
расчищая путь для наступления танков и пехоты, саперы уничтожали гранитные надолбы. Командир Н-ской части, герой Советского Союза майор Смирнов, поручают капитану Гордко разбомбить коммуникации противника, не допуская подхода резерва.
под прикрытием нашей артиллерии небольшие группы отважных бойцов под перекрестным огнем противника подходили вплотную к железобетонным сооружениям с запасом взрывчатых веществ огромной разрушительной силы. Февраля. В части героической 123-й ордена Ленина стрелковой дивизии первые прорвали в районе Сумма линию Маннергейма. Леса после обстрела нашей артиллерии укреплений противника. Вот все, что осталось от знаменитой линии Маннергейма. Под этими развалинами погребены могучие военные сооружения, занимавшие зону 50-60 километров в глубину. Под этими развалинами погребены антисоветские планы кое-каких государств, пытавшихся превратить Финляндию в плацдарм войны против Советского Союза. Это остатки укреплений в районе Сумма-Котайне. Руководитель отважных саперов,
герой Советского Союза Аркадий Федорович Кренов осматривает взорванные укрепления. Закопанные глубоко в землю, эти железобетонные укрепления поднимали над поверхностью свои наблюдательные колпаки. Отлитые из бетона или выкованные из стали 30 сантиметров толщиной. Отсюда вся местность вокруг была видна в мельчайших подробностях. Из бетона, пронизанного толстыми железными прутьями, были сделаны стены до 2 метров толщиной. Лицом к наступающим войскам стояли наклонные стальные плиты. Они были укреплены на мощных болтах, одна за другой, в несколько слоев, так что броневая грудь подземной крепости достигала почти 40 сантиметров. Только тяжелая крепостная артиллерия могла бы пробить этот металлический массив, да и то при очень точном, при прямом попадании в цель. Узкие щели были прорезаны в стали. Вот из этих щелей можно было посылать смерть по всем направлениям на белые снежные пространства, на которых каждый человек виден как на ладони. Сооружения линии Маннергейма были искусно замаскированы, укрыты землей, камнем, загримированы под холмы и скалы. Сверху на них были посажены деревья. Металлические двери руку толщиной вели внутрь железобетонных укреплений. Железобетонные военные сооружения имели 2 этажа. Нижние этажи были расположены глубоко под землей. Жил гарнизон. Иногда его численность достигала 100 человек. Здесь было все необходимое. Для подачи свежего воздуха были устроены воздушные насосы, фильтры. По трубам воздух шел во все помещения. Был водопровод, уборные, кухни. В некоторых даже центральное отопление. Всюду электричество. Обитатели устроились со всеми удобствами. Как видно, они рассчитывали жить здесь долго и комфортабельно. В верхнем этаже находились боевые помещения. Вот станок, на котором устанавливался пулемет. К таким станкам по резиновым трубам подводился свежий воздух для противогазных масок, которые могли одевать пулеметчики. Это амбразура артиллерийского укрепленного пункта. Электрический подъемник поднимал орудие вверх. В случае опасности или после окончания стрельбы орудия вновь убирались в блиндированный каземат. В железобетонных укреплениях стояли электротрансформаторы.
От них шел ток высокого напряжения, 1200 вольт, проволочное заграждение перед укреплениями. Глубокие траншеи соединяли между собой отдельные укрепления. В этих траншеях тоже сидели пулеметчики и автоматчики, укрытые специальными стальными щитами. Кроме железобетонных укреплений, длинными были построены еще многочисленные военные сооружения из гранита, дерева и земли. Они могли выдерживать огонь пушек среднего калибра и были неуязвимы для легкой артиллерии и пулеметов. Вот гранитно-земляное укрепление, замаскированное сверху сетями против нашей авиации. Считавшаяся неприступной, линия Маннергейма была разгромлена в течение 2 недель. Thank you.
которой дело шло не просто о нашем столкновении с финскими войсками, а о столкновении с соединенными силами ряда наиболее враждебных Советскому Союзу империалистических стран, окончила славной победой советского оружия. Война окончена. Состоялась встреча представителей советского и финского командования по вопросу отхода финских войск к новой государственной границе.
встречает советская страна свою армию, армию победителей. На берегах озера Хасан, на песчаных холмах Халхин-Гола, в лесах Западной Белоруссии и предгорьях Карпат, и ныне среди скал и лесов Карельского перешейка всему миру показала она, что советский народ в стальном единстве своем непобедим!